здесь. Здорово, Полунин развернулся и скорость-то набрал. Под него Аверин открывается. Полунин! Добивание! Что творит? Что творит Рейдеборн? Так, ну, во-первых, удаление. Во-вторых, ну, наконец-то момент. Стоило просто хотя бы одному человеку добежать до пятака. Аверин туда побежал. Полунин попробовал бросить. Ему повезло, что его бросок заблокирован был, и к нему шайба отлетела. Это самая опасная ситуация в этом матче. Опаснее просто не было. Даже штанги перекладины, это не то. Как там сыграл Рейдеборн?